Ну и теперь к другим вестям. В Ульяновской области стартовал федеральный проект «Мама-предприниматель». Обновленный формат стал социальным. Регион один из первых, где проводится уникальная бизнес-программа для женщин. Подробности у Павла Игнатьева. Наш десерт готов. Приятного аппетита. Трайфл со вкусом манго, посыпанный миндальным бисквитом, политый шоколадом. Десерты от Татьяны Иванниковой знает каждый адепт по-настоящему сладкой жизни. При этом еще и полезной. В аппетитном угощении ни грамма сахара. Главными клиентами в первую очередь являются люди с диабетом, люди, которые ведут правильный образ жизни, те, которые следят за фигурой. Ну и также все родители, у кого есть маленькие детки, которые заботятся о здоровье своих детей, чтобы сладости были именно в радость. При этом без аллергии. Все десерты на основе сиропа топинамбура и сахарозаменителей. Пшеничной муки здесь тоже нет. Зато есть своя история. У мамы пятерых детей все мысли о здоровом питании. У ребенка тоже должна быть радость, у ребенка должен быть торт на день рождения, ребенок не должен себя ограничивать в еде, то есть даже в сладостях. Татьяна Иванникова – одна из участниц проекта. Здесь мамы-предприниматели получают гранты на реализацию бизнес-идей, бесценную помощь для стартапов, а главное – знания, чтобы дело развивалось быстро и правильно. Надеемся получить знания по бухгалтерии, по налогообложениям, по прочим, по конкуренции, как с этим справляться, какие нужны нам новые знания для того, чтобы выиграть в этой конкурентной борьбе и получить преимущество. Когда у нас что-то в голове – это одно, а когда мы это уже считаем и хотим воплощать в жизнь, это другое. То есть цель проекта, она вот такая. Все посчитать, все прикинуть, упаковать. Нынешний проект уже 10-й по счету. За все эти годы новые идеи, знакомства и опыт получили более 200 мам, только мечтающих или уже открывших свой бизнес. Павел Игнатьев, Антон Дурнов, «Вести», Ульяновск.